Сегодня начинаем новое путешествие. Едем в Colorado Springs. Место называется Garden of the Gods. Вот. Так что выдвигаемся из нашего нейборхуда. Хотел бы сказать пару слов о здешних дорогах, особенно фривеях. Здешние дороги в основном это однополосные либо двухполосные дороги со средней скоростью около 40 миль в час. По сравнению с Техасом это достаточно медленно. Вот. Дороги, покрытие намного лучше было в Техасе. Здесь очень много встречается дыр, особенно на фривеях заплаток. Ну, наверное, это все связано с перепадом температур. Но большое преимущество – это виды, которые открываются именно с этих дорог. Виды просто потрясающие. Ну что, мы приехали в Garden of the Gods, в Colorado Springs, и вот такие вот виды нам шикарные открываются. Нам, как вновь переехавшим здесь, просто шикарно. Таких видов давно их мы не видели. Мы видели, конечно, наш Boulder, другие районы, но вот такое, конечно же, да. Просто потрясает воображение. Погода чудесная, приблизительно 12 градусов, потому что солнышко рядом. Все очень достаточно тепло, ветерок дует, им не холодно. Я в теплой кофточке. Так, что тут у нас? Идем сюда. Пойдемте. Красота. Так, куда мы попали? Вот такие. А, это все, кто здесь живет в этом районе. Зайки белые. Горный лев, рысь или шакал. Что это такое? Кто это? Ребята, это волк? Ой, тут змеи есть. Я не заметил, тут змеи есть еще. Индюшка. Так, это второй этаж у нас продолжается. Информационный центр. Там надо будет карту взять. Так, где-то здесь, по-моему, был ресторан, то ли сверху, то ли снизу. И там есть также магазин одежды. Так, сейчас, наверное, зайдем, посмотрим. Еще веранда сверху красивая. С нее посмотрим виды. Тут параллельно идет шоу, слайд-шоу с историческими фотографиями индейцев, которые, скорее всего, жили в этих районах. Какой огромный парк! Ага, кафе. Да-да-да, сейчас. Вы воду возьмите, пожалуйста, свою. Туда еще можно и поехать, оказывается. Дорога ведет. Смотри, Бен, туда дорога ведет направо между скал. Алла, смотри, туда машина, направо ездит машина, дорога ведет. Видишь, между скал. Мы припарковались возле гор. Потрясает, потрясающе. Тут машин полно, очень много машин, прям заезжают подряд. Сейчас будем снимать виды и фотографировать все. Ребята реагируют на нашу собаку.
Ничего страшного. Тут и туалет есть. Хорошо. Место благородно сделано. Именно туристическое. Сколько раз мы до этого были в Колорадо, ни разу мы не были в Колорадо Спрингс. А стоило бы заехать. Знаете, вот смотришь на это все, ну, в принципе, я не знаю, как это передать камерой, но вживую это очень величественно и очень шикарно. Особенно в сочетании с данной погодой, когда не жарко, не холодно. Ощущение шикарное. Смотрите, ребят, какой шикарный вид между двух скал. Вон там. Видишь, другая гора показывается. Вот прям по носу. Видишь? Как ворота. Как будто. Как гейтс. Как стоп, вот так вот. Пройти можно, мы туда пойдем сейчас. О, Лиза, ты что там делаешь? Расскажи нам, что это такое, для чего это нам нужно? Три камушка? А что это означает, три камушка? Кстати, вот ты обратила внимание, Алла, вот здесь три камешка лежат на вершине. У нас, возле нашего дома, три камешка на вершине лежат. Потом на ту горку, которую мы ходили, которую катались, там тоже три камешка лежат на вершине. Я не знаю. Но тут три камешка. Это живность, которая обитает. Вот Бентер меня спрашивал, есть ли здесь змей. Вот есть змей. Вот это змея, вот это ящерка, олень, горный козел. Миша, смотри, видишь? Тут водятся горные козлы. Ты меня спрашивал, вот горный козел. Вот хочу заметить, да, к выгулу собак. Наша собака, с того момента, как мы переехали сюда, она прям не может нагуляться. Постоянно тянет меня гулять на улице. Мне здесь очень нравится. По всему Колорадо. А если выпал снег или вообще холод, то она тут как тут, первым делом. Первый раз особенно очень сильно впечатляет. Раз на второй, на третий, наверное, не так сильно будет. Кто-то что-то... Вон, люди что-то царапают, пишут, портят. Скалы. Ну иди на солнышко встань. Вот табличка. Сад богов. Вот мы к нему и пришли. Сейчас тут пойдем. Дрон — это летающая машинка, которая снимается. Смотрите, маленькая скала, дети. Вот можете посмотреть. Из земли. И еще смотри, вот кто-то вот встал, вот так вот выемку сделал. Ну, конечно. А вот Бигфут, Миша, смотри, вот смотри. Да. Своим большим ботинком, да? Бигфут with a big boot. Ой, как красиво. Смотрите. Среди красного формирования выдавило белую породу. Я думал раньше, что это лед или снег, а это нет, это порода. Вот это да, зуб. Как интересно висит вот этот вот, я не знаю, участок скалы, так скажем. А, ну тут у них класс идет. Сюда, собака. Мы пойдем с тобой сюда. Пойдемте дальше. Скалы выглядят как пальцы. Мы пришли в один из садов. Была надпись, что аккуратнее, нестабильные породы. И вот видно под ногами прям все красненькое, все это выветривается. Нестабильная порода, говорит, все падает. Все, я им верю. Под ветром, дождем все это распадается. Вон какие-то, видите, большие валуны валяются нам на пиках. Упал, откололся просто-напросто. Говорят, не лазьте, но все лазят на свой страх и риск. Мне вот это нравится вид. Пошли, let's go.
Поль. Все, мы уезжаем из парка, мы походили, побыли здесь. Нам очень понравилось. Шикарный парк, шикарные виды. Все, отсюда уезжаем сейчас.